Всем здравствуйте! Хочу сегодня показать замес теста. На ней сладкие пироги. Я замешиваю очень много теста. Если вы хотите пробовать, пробуйте, делите его на три части. Для этого 200 грамм тепленькой воды, 42 грамма вот таких дрожжей, одну чайную ложечку сахара, можно чуть-чуть больше. Вот так вот. Размешиваем. Пару ложек муки. Снова размешиваем. Такая болтушка была. И крошим наши дрожжи сюда. Все это снова размешиваем. Ее нужно поставить в тепло. Я обычно делаю, нагреваю одну плитку, она очень слабенько у меня греет. Я ее включу, сразу выключу, включу и выключу. Положу полотенчик и на него ставлю. И она будет тепленькая стоять. И минут 10-15 нужно смотреть, она должна доверху подняться. Пока я поставлю ее на плиту. Вот она у меня тепленькая просто. Все. И сюда я ее прям открытую оставляю, вот так и ставлю в тепло. Пока у нас опара поднимается, мы начнем с тестом. Вот 500 миллиграмм йогурта натурального. Он у меня с холодильника. Я не подогреваю, потому что я буду разбавлять горячей водой. Мне так удобно. Если вам неудобно, то можете все это нагреть. 200 грамм шмант. Этот, я всегда беру крем фреш, а это 30% сметана. Этот раз 24% сметана. Три чайные ложечки соли. Я хорошо с бугром делаю. И можно еще пару ложечек сахара положить. Вообще я их не кладу. Этот раз сделаем так. Это перемешаем. Теперь я наливаю 600 миллиграмм кипяток в воду. Вода горячая, плохо видно. Вот у меня 600 миллиграмм кипяток. И я его потихоньку заливаю, перемешиваю. Тогда она будет у меня тепленькая все. И можно будет даже добавить. Это я делаю для того, чтобы не мазать посуду, что для нагревания. Просто разбавлю, она тепленькая. Муку я уже просеяла, сюда уходит 2 килограмма 200 грамм муки,
примерно. Муку смотрите на свою. Она везде разная. Все, я размешала. Она как раз тепленькая. Теперь подойдут наши дрожжи, мы их сюда выльем. Вот прошло 12 минут, наша опара уже поднялась, сейчас она уже начнет перебегать. Я ее снимаю. Вот, мы ее заливаем. Перемешаем и будем замешивать. Я здесь просеяла 2,5 килограмма муки. И просеиваю я ее 2-3 раза. Теперь я возьму пару горстей масло. Еще одно. Хорошо. И все это перемешиваем. Чашка полная. Класть я буду в полиэтиленовый мешок большой и положу в холодильник. Обычно я делаю на ночь, но она за 1,5–2 часа хорошо поднимается уже. Вот все, что у нас осталось муки с 2,5 килограмма. Thank you.
Все наше тесто кладем в пакет. И так вот завяжем. Мешок завязали, можно в чашку вот так вот и в холодильник положить. У меня место есть, я так положу. Мне стоит на двойку и пусть так лежит. Часа посмотрим, что с нашим тестом. Наверное, уже поднялось. Я его оставлю до утра. Утром буду готовить. Его можно уже сейчас начинать с ним Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Если хотите видеть продолжение моих рецептов и идей, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всем пока. Вы можете также посмотреть и другие мои видео. Нажмите на картинку, чтобы увидеть данное видео.